нормально. Пусть подачи сильной нет, но так они тоже на эмоциях. А хоккей женский, ну что это такое? Все равно, ну, что да. Ребятишки девятилетние играют, вот, плюс-минус то же самое. Бокс тоже, ну бокс вот единицы там, вот когда Рогозин сражался, конечно, можно посмотреть, но она забивала в основном всех. Но у нее техника все такое, как мужская, а так в основном показывает, как будет, как эти, даже дочка Мухаммеда Али, там когда что-то такое, да, какая-то, а, ум, закрыла, блядь, это прямо, ну, вообще, это так.